прямом эфире Первого канала состоялся полуфинал музыкального шоу «Голос», который выявил финалистов состязания. Некоторые решения наставников были встречены зрителями с удивлением. Первой в этом выпуске начала выступление команда Полины Гагариной, среди ее подопечных в шоу осталось два сильных певца – Евгений Курчич и Богдан Шувалов. Последнего уже называют главной звездой нынешнего сезона шоу. Для своего выступления Курчич выбрал сильную песню Queen, однако, даже несмотря на это, обыграть Шувалова, за которого телезрители отдали почти все голоса, артисту не удалось. Следом шла команда Антона Беляева. Он собрал у себя серьезных вокалистов, и Беку Шишиашвили, и Анастасию Садковскую. Оба артиста на своих выступлениях показывают уверенное владение вокалом. Беляеву предстояло трудное решение, 60% голосов забрала Садковская, и публика ее поддержала. Артисту Владимиру Преснякову предстояло выбрать между Дарьей Звездиной и Георгием Русских. Выбор был трудный, однако Пресняков решил отправить Русских в финал конкурса. В конце на сцену вышли представители команды «Зиверт» Алексей Сулима, который взял песню «Тут и там», собрав на сцене бывших участников команды своей наставницы и Полины Чусовитина. После выступлений наставницы было сложно принять решение, однако она отдала свой голос Сулиме, который и прошел в финал.